Всем привет! Хочу поделиться о схеме мошенников, которая работает сейчас на Украине. И многие люди, особенно люди в возрасте, которые с интернетом не на «ты», они попадаются на этот развод. Вот. Поэтому это видео адресовано не молодым, а, ну, грубо говоря, нашим папам, мамам, бабушкам, дедушкам. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши родные не попались на это, или расскажите про эту схему, или покажите им это видео. Потому что сейчас, ну, очень, очень многим поступает вот эта вот борода. Короче, как они работают? Я сейчас расскажу схему вкратце, а потом в конце будет видео полностью, как они мне звонили. Я записал все звонки на видео, вот, и вплоть до того, как на почту приходит типа этот товар со скидкой. Короче, они звонят, сначала звонит робот, говорит, что у меня есть накопление в Market Plus, в бонусной системе 412 баллов. Если я хочу их снять, нажми 1, если нет, нажми 2. Естественно, я нажал 1, потому что я сразу понял, что это кидок. Мне было интересно, как работает схема. Через какое-то время мне позвонили, уже оператор начал рассказывать, что вот система, вы расплачивались карточкой где-то, что-то, и вы за год накопили 412 баллов, вот, и вы можете их обналичить, купив товар со скидкой. И начинает перечисливать, какие категории товаров, ты выбираешь категорию, потом говоришь, ну вот, к примеру, мне фен, ну вот я у них типа а-ля фен решил купить по скидке. Они говорят, вот такой вот фен, 3000 ватт, начинает чесать куча всего, стоимостью вот 1100-1200 гривен, с учетом вашей скидкой, вы можете его приобрести за 700 гривен. Вот. Потом, когда этот фен пришел мне на новую почту, я посмотрел в интернете, он стоит 250 гривен на OLX, на Prom.ua, новый, ну, типа, вот, ну, это самый китайский дешевый фен. Вот. Короче, здесь работает, наверное, больше вот не жадность, а вот хочется людям воспользоваться этой скидкой, типа 412 баллов, если нет возможности посмотреть в интернете, сколько же на самом деле стоит этот товар, то вот люди, получается, попадают на гривен, скажем, сколько, 400, да, на ровном месте. Это очень, по-моему, неприятно. Вот, поэтому сейчас я поставлю все видео, как они мне звонили. Схема вроде, типа, вроде простая, но, блин, люди попадаются на эту бороду. Поэтому решил сделать это видео. Может, хоть кто-то посмотрит его заранее, перед тем, как им позвонит эти 412 баллов Market Plus. Как они ночью спят. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Карина, это бонусный центр. Я вам звоню, потому что нажимали ранее цифру 1, узнать, откуда ваши бонусы, как ими воспользоваться. Вам как можно обращаться, подскажите, пожалуйста. Здрасте, Виктор. Виктор, вот двух словах буквально вас проинформирую, что у вас за прошлый год остались неиспользованные бонусы. Родные 412. Это в нашем всеукраинском центре, мы называемся Market Plus. Вы ваши бонусы получили от пополнения мобильного телефона, разных оплат, переводов и покупок продуктовых и аптечных сетях наших партнеров, где за каждую вашу трату, хоть большую, хоть маленькую, получали определенный процент возврата денег. На сегодня, вот поскольку годовая программа закрыта, ваши бонусы пересчитаны и переведены в гривну. Поэтому, Виктор, вы можете использовать в виде дополнительной скидки ваши 412 гривен. На разнообразные товары наших партнеров, это торговые сети Конфи, Фокстрот, Эльдорадо, потому товары лицензионные, гарантия будет на год и никакой предоплаты. Ну да, а нельзя эти гривны снять, если вы сказали, они переведены в гривны? Да, я вас поняла, но, к сожалению, эта гривна, она используется по условиям от наших партнеров только как скидка. Это же бонусы 2020 года. В этом году вы уже накапливаете новые бонусы, и они могут быть использованы уже как пополнение телефона, благотворительность или аналогичная скидка. То есть за прошлый год только, к сожалению, как скидка. Но вы, к сожалению, можете к счастью, потому что товары предоставляются от Конфи, Фокстрот, Эльдорадо. Все лицензионные, гарантия на год и никакой предоплаты. То есть давайте, может, для большей такой ясности я вам расскажу, что вам доступно по бонусной системе, а вы мне, пожалуйста, подскажете, что будет больше всего интересно, хорошо? Ну да, давайте.
Давайте. Вы можете взять себя и ваши данные, подумайте, проводные наушники, колонки, смарт-часы, электроплитка, машинка для стрижки, для девушек, для женщин, под праздники, да, пенка, утюжок, зеркало с подсветкой, эпилятор, массажная подушка. Есть товары для деток, есть товары для машины, есть товары для дома. Домашние категории, это кофеварка, кофемолка, мистер чаши, блендер, соковыжималка, пылесос, утюг, грим, керамические ножи и масса других интересностей. Вот из таких вот вариантов, что бы вы хотели обновить, рассмотреть? Да вот фен, наверное. Фен. Вот смотрите, фен на самом деле позиция безумно популярная, тем более, что это популярный, профессиональный фен. Он идет от белого цвета, золотые вставки, 3000 возможностей. То есть он одновременно мощный по качеству, но тихий. Плюс есть подарочная насадка для укладки. То есть можно девушке как сушить волосы, так и улаживать. Две скорости плюс холодный обдув. Есть гарантия на год, есть сертификат качества. Доставка официально, поскольку полностью прошлого года, будет решаться на новую почту, на предосмотр. То есть вы как мужчина технически все перепроверите, включите, там, пощупаете, там, в руки возьмете, потом только заберете. Доставка есть как срочная, так и несрочная. А по цене получается, смотрите, с учетом ваших скидок всего 689 гривен. Вот такой вот пофиг. А также есть полочка, есть утюжок для выравнивания волос, есть зеркало с подсветкой. Эпилятор, не, мне только фен. Фен, хорошо. А что за фен там? Фен, смотрите, фен это фирма Promotec, у вас самая-самая последняя моделька. Плюс насадка для укладки есть, тоже она, в принципе, на самом деле, дорогого дополнительного стоит, у вас нужно в подарок. И 3000 ватт. А, перепроверьте, пожалуйста, получителем будете вы, Виктор Юрьевич Кланченко, верно? Да. И куда доставку желаете, подскажите, с вашей населенной пункты отделения почты? Киев, 112 отделение. Хорошо, больше никакие ваши я данные не беру, права не имею. Только подскажите, пожалуйста, вам доставку делать срочную, несрочную, под какие числа удобно забрать? Да не срочно. Не срочно, хорошо. И последняя формальность, поскольку вы наш клиент новый, а мы компания официальная, мы с вами заключаем устный договор, по которому компания-отправитель вам ни в коем случае не подводит, гарантирует доставку товара вовремя, в надлежащем виде, качестве, по низкой цене 689 гривен. Вы по факту получения тоже нас не подводите, осматриваете ваш заказ, гарантию читаете, потом только забираете. Плюс у вас, смотрите, никакой предоплаты нет и доставка по тарифам почты. Вы имеете право через 14 дней также после получения либо отменять, либо вернуть ваш заказ, то есть сохранить товар на лето. Может, там подарят девушке вашей какой-то фен по другому, вам можете, например, этот вернуть. Я вас предупреждаю, Виктор Юрьевич, вам будут звонить либо завтра, либо в понедельник из нашего отдела доставки. Один разок. Они проверяют наличие товара, а работает ли ваше отделение, будут вопросы, тоже можете все уточнять. Хорошо? Да, спасибо. Все, ваша скидка успешно списана. Накапливайте, пожалуйста, новые, будьте здоровы, хорошего вам дня. Да, до свидания, всего доброго. До свидания. Спасибо. Алло? Добрый день, Виктор Юрьевич. Да, здравствуйте. Очень приятно. Мое имя Анна, я из службы доставки Market Plus. Ваш заказ сформирован, отправляется в доставку. Данные сверим, пожалуйста, по вашему заказу. Вы фен заказывали, правильно, Виктор Юрьевич? Да. А заказ актуален, скажите, пожалуйста. Да, правда, что-то вы долго так мне сказали, на следующий день вроде отправите. А потом, не знаю, уже дней 5 прошло. Четвертого. Я вам звонила, видимо, вы трубку не взяли. Не звонили. Сегодня звонил кто-то, да. А вот сколько-то дней уже не звонили. Я вас поняла. Ну, скажите, отправляемся завтра, да? Да. Хорошо. Отправляем в Киев, отделение 112, улица Академика Курчатова, 19А. А фамилия ваша Гладченко, правильно? Да. Отлично. Пожалуйста, в течение 3 дней приходите за своим заказом на новую почту, после того, как придет смс-уведомление. Хорошо? Угу, хорошо. Спасибо за заказ. Всего доброго. До свидания. Угу, до свидания. Спасибо.